Всем привет! Сегодня 26 июля. Мы находимся в Новой Москве, в Тинау. Это, получается, сосенское поселение, ЖК «Испанские кварталы». Идем проверять пятерочку. Пойдемте. Я не смогу продукты. Холодильник. Это правильно. Так, мясная продукция. Свиные сардельки. 10.08 годные, но почему-то пачка вздутая. Это уже нарушение. До 18.08 годная, но пачка вздутая. Это уже тоже нарушение. Так, сосиски молочные, 0.8, 16.08, 16.08. Так, все, закрываем, идем дальше. Молочные продукты. Так, йогурт. Так, до 17.09. Все хорошо. Так, вот эта серия. До 7.12. Ничего себе. Все нормально. До 19.11. Тоже хорошо. Вот это возьмем. Так, до 2.07. Так, это уже нарушение. До 2.07 это уже негодное. Это негодное. Так, до 11.11. До 16.07. Тоже негодное уже. Сегодня у нас 26 июля. Это тоже просрочка. Так, помятая пачка. Вздутое молоко. Это уже неправильно. Так. Так, угодно. Так, так, так. Так, а здесь вообще. А, вот. До 9 месяца. Угодно. Все, пойдемте дальше. Друзья, мы проверили магазин «Пятерочка».